Так, друзья, если вы с нами и не подписались, то зря вы это делаете, многое упустите. И тут сейчас начнутся такие методы, когда мы поднимаем внутренние органы, так, вдох животом, надеваем живот и выдыхаем так, полностью глубоко, да, в стороночку даем, даем, даем. И вот мы их поймали, вот почки подняли. У женщины можно матку поднять, ну вообще все внутренние органы. Еще раз вдох. И выдох. Нормализуются все стяжки, связки, которые в брюшине. Вот сейчас под углом делаю, с упором на правую почку, она больше опущена бывает. Теперь диафрагму. Вдох животом, выдох. Растягиваем диафрагму, работает все там, куда мы обращаем внимание. Куда я смотрю внутренним взором, да, там где работает. Еще раз вдох. Выдох. Вот, распрямили на ней фасции. И еще раз вдох. И избавляем от дискинезии, желчевыводящих путей и так далее. Вдох. И выдох. О, хорошо, видишь, какой расслабленный желудок. Так, еще раз вдох. И выдох. Отлично. Еще раз вдох. Вот такая работа. Нормализуется весь желудочно-кишечный тракт, нормализуется область легких, вот, например, чтобы от коронавируса, да, вот, защитить, чтобы легкие альвеолы заработали, нижний, да, вдох, грудную клетку теперь. И выдох. О, еще раз вдох. Еще раз вдох. Вот такая работа, и вы будете здоровы. С вами был Олег Гудвин.